Во вторник в Самарской области будет малооблачно. В большинстве районов пройдет небольшой дождь с грозой. Температурный градус чуть понизится. Днем плюс 26, плюс 30, ночью 19-21, выше 0. Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 30 градусов, ночью плюс 21. Ветер юго-западной, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой дождь, гроза. Плюс 28 градусов, дневное время, ночью 20, выше 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, утром дождь и гроза. Дневная температура 28 градусов тепла, ночью плюс 20. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.